Чтобы объединить все это дело в какую-то единую ленту, и можно будет потом после мероприятия посмотреть все фотографии, которые были сделаны нашими зрителями. Итак, Audi S6. Итак, пошел! Посмотрите, что джип делает с легковушкой. Объезжает играючи. 560 лошадиных сил у нас по левой полосе и примерно 650 по правой полосе. И даже на высокой скорости, учитывая более худшую, скажем так, аэродинамику икса, он удерживает превосходство и первым, в общем-то, пересекает финишную черту. Интересно посмотреть на результат.